Представляем «Золотые скрипки Одессы», гала-концерт которых состоится 17 октября в Одесской опере. Александр Винницкий. Гениальный скрипач Леонид Коган называл Александра Винницкого «золотым фондом» советской скрипичной школы. И после победы его на конкурсе Чайковского отметил, что Александр великолепно владеет скрипкой. После окончания школы Столярского Саша, выросший в семье музыкантов, его отец Емельян Винницкий был главным дирижером Одесского театра музыкальной комедии, поступает в Московскую консерваторию. А после победы в конкурсе концертирует по всему миру с лучшими оркестрами. Сегодня Александр Винницкий продолжает концертную деятельность, являясь профессором Московской консерватории, профессором Академии Сибелиуса в Хельсинки и профессором школы музыки во Флоренции. Несомненно, Александр Винницкий – один из лучших скрипачей Европы, за что вторым в истории скрипки был награжден государственной коллекцией Италии уникальным музыкальным инструментом скрипкой мастера 18 века Санта Серафима. 17 октября на сцене оперного театра Александр Винницкий исполнит мелодию из скерца Чайковского с оркестром под управлением Александра Самойлова.